Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами разберем Крестоносца, который очень хорошо себя показывает в патче 2.6.5. То есть этот персонаж вполне возможно станет одним из лучших в 17 сезоне. Он будет наносить урон с помощью умения Освещенный щит, а играть в сете, а вот играть в сете непонятно в каком, потому что сета по сути не будет. Но давайте назовем этот сет Наследие кошмаров, потому что этот сет нам, как бы баф этого сета, нам будет дариться в 17 сезоне. Другими словами, у нас сегодня очень классная топовая лон-сборка Крестоносца. Я его называю Капитан Санктуария, потому что этот крестоносец по сути бросает в противников свой щит. Но если вас такой персонаж и такой геймплей интересует, то давайте разберемся и с билдом, и с экипировкой. Поехали! Итак, сразу скажу, что если вы будете играть в патче 2.6.5 на несезоне, то вам потребуется сет Наследие кошмаров, который состоит из двух колец. Это Летание неустрашимых, а также Пристанище скорбных криков. Ну и чем больше вы на себя древних или же первозданных предметов наденете, тем больше вы будете наносить урона, а также тем меньше урона вы будете получать в итоге. В 17 сезоне, дорогие друзья, баф от Наследия кошмаров будет действовать у нас по умолчанию, так как это тематика сезона. Поэтому эти кольца нам не нужны. Но вместо них мы можем взять любые другие древние, ну или первозданные. Первое кольцо, которое я предлагаю брать, это собрание стихий. Для того, чтобы раз за фазу кольца поднять свой урон от огня. Но второе кольцо это единство. И с помощью этого кольца мы будем повышать свой урон по элитным противникам, а также получать меньше урона. Если точно такое же кольцо будет на нашем спутнике. То есть половину получаемого урона мы будем передавать на нашего спутника. Далее нам пригодится поиск обласку час для того, чтобы повысить свою скорость атаки, но также поднять критический урон. Следующие три предмета мы будем использовать для того, чтобы повышать свой урон от огня. Первое это броня пепельный мундир. Далее у нас идут перчатки, магические кулаки. Ну и третье это болотные штаны. На всякий случай напомню, что болотные штаны можно получить только с помощью колдуна. Поэтому на сезоне создайте себе персонажа, ну и пробуйте крафтить эти штаны за колдуна. Ну а потом перекиньте своему кресту. На ногах у нас призрачные ботинки, для того, чтобы мы беспрепятственно проходили сквозь наших противников. На голове у нас корона Леорика, для того, чтобы удвоить эффект от самоцвета, которым мы эту корону инкрустируем. А плечи короля скелета будет тут совсем не лишним, потому что эти наплечники с определенной вероятностью могут даровать нам пассивку на воскрешение. Что касается амулета, то можете выбрать абсолютно любой амулет. Можете даже амулет Адского Пламени. Главное, чтобы он был древний. Потому что амулет Адского Пламени как-никак дарует вам дополнительную пятую пассивку. В нашей главной руке располагается одноручный кистень Когти Кречета. С помощью этого оружия мы будем увеличивать свой урон от умения Освещенный Щит, а также теперь умение Освещенный Щит не расходует наш гнев. На запястьях у нас находятся кандалы и Акана. Но эти наручи будут помогать нам увеличивать урон от умения Освещенный Щит по одиночным целям, ну или по первой цели, по которой мы попадем. Ну и во второй руке у нас располагается щит Екенборг, и он будет тоже позволять увеличивать урон от имени Освещенный щит. Ну а также на щит, когда будет попадать противников, он будет рикошетить до 6 раз. Из камней нам пригодятся Гогок, Проклятие Плененных, ну а также Проклятие Пораженных. Теперь давайте разберемся, что у нас находится в кубе. Рубрика Бижутерия, и у нас там кольцо Сфер Справедливости. С помощью этого кольца мы будем получать меньше урона. И тут, дорогие друзья, сделаю такую небольшую ремарочку, что если вы будете играть на несезоне, то сами понимаете, что мы используем сет Наследие кошмаров, то есть два слота для колец у нас заняты. Так что если вы будете играть на несезоне, то в кубе вместо кольца можете брать два кольца на выбор. Если у вас хватает урона, то можете взять, допустим, кольцо единства для того, чтобы получать меньше урона. Если у вас, допустим, наоборот, урона не хватает, а защиты хватает, можете брать кольцо собрания стихии. То есть тут будет зависеть все от вашей ситуации. Далее у нас броня, и там у нас кераса килы, для того, чтобы мы получали меньше урона на 50%. Ну и рубрика оружие у нас снисходительность Акана. Ну и с помощью этого двуручного оружия мы будем повышать свой урон от умения освещенный щит. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших предметах. Основной наш урон мы наносим с помощью умения освещенный щит, поэтому поднять урон от этого скилла мы можем в трех предметах. Это в нашем щите, далее в ботинках, ну а также в головном уборе. Наш освещенный щит наносит урон от огня, поэтому дополнительно свой урон от огня мы можем поднять в двух предметах. Это в нашем амулете, а также в наручах. Также в этом геймплее нас интересует такой показатель, как КДР, то есть уменьшение времени восстановления умений. Ну и если есть возможность, ролите этот показатель во всех возможных предметах. У меня получился практически 59%, но этого показателя более-менее хватает. Ну это все, что касается нашей экипировки, а теперь давайте разберемся с билдом. Из пассивок мы используем рвение, для того, чтобы повысить свою скорость атаки, а также быстрее откатывать умение. Многоцветие и надежный щит будет повышать наш урон от умения освещенный щит. Ну а непробиваемая броня это наша воскрешалка. Теперь давайте перейдем к нашим активным скиллам. Поборник Акарата и Руна Пророк. По действиям этого скилла мы будем наносить больше урона, получать меньше урона, а также если вдруг получим летальный урон, благодаря пассивке мы получим еще и воскрешение.
принца доблести и критический удар. С помощью этой, скажем так, ауры мы будем повышать свой крит, но также повышать скорость атаки. Железная кожа и стальная кожа – это умение, которое будет даровать нам дополнительную защиту. Скакун и рунный захват – с помощью этого скилла мы будем перемещаться быстрее, а также тянуть противников за собой к точке боя. Порицание и рунного окома – с помощью этого умения мы будем подтягивать противников как можно ближе к себе. Ну и с помощью умения освещенный щит с руной огненный щит мы будем наносить наш основной урон. Ну и это все, что касается нашего билда. А теперь давайте разберемся с геймплеем. Ну а геймплей, дорогие друзья, следующий. То есть мы, играющие этим крестоносцем, постоянно находимся в толпе противников, то есть в гуще событий. Потому что чем больше противников находится вокруг нас, тем больше этот щит будет рикошетить от противников, значит, тем выше будет наш урон. Поэтому перемещайтесь вы по локациям, видите противников, запускайте ваше порицание, чтобы этих противников как можно ближе подтянуло к вам. Если во время движения вы заметили пару противников, которые находятся вдалеке от группы, вы можете использовать ваше умение скакун, потому что благодаря руне закалка вы создадите такие цепи и этих противников можете тянуть за собой, правда, естественно, ограниченное время. Затем вы в эту толпу забегаете, обязательно прожимайте умение железная кожа, потому что как-никак вы находитесь внутри толпы, а это умение будет вас неплохо защищать. Также, безусловно, не забывайте по откату прожимать умение поборника карата, потому что находясь под действием этого скилла вы будете наносить больше урона, вы будете получать меньше урона, ну если что, вы получите пассивку на воскрешение. Ну и начинайте противников атаковать умением освещенный щит при прожатом принципе. Самый идеальный момент, когда вы должны начинать атаку, когда на кольце собрания стихий прокает стихия, физический урон, потому что сразу после физы идет баф на огонь, а вот под баф на огонь вы наносите ваш основной урон. Поэтому начинайте атаковать противников под конец физы. Когда вы противника будете атаковать, вы их, естественно, будете довольно-таки быстренько убивать, и будут на земле появляться такие оранжевые области силы, такие круги. Они, напоминаю, появляются потому, что на нашем спутнике-кормике должно быть такое кольцо, как перстень ока. И вот когда мы противников убиваем, эти области появляются. И вот находясь в этих областях, наш крестоносец будет наносить больше урона. Поэтому как только область появилась, быстренько туда перебегайте. После физы сразу прокает баф на огненный урон, но вот тогда уже ваш крестоносец вольет в противников столько урона, что мало им не покажется. С толпой разобрались, можно в принципе двигаться дальше. Если вдруг получилась такая ситуация, что у вас остался какой-то желтый или, допустим, синий недобитый элитный противник, то вы, конечно, можете попытаться его дамажить соло, потому что как-никак вы будете бафать свой урон благодаря вашим наручам. Но они по соло-таргету будут вливать дополнительный урон. Но вы можете поступить немножко по-другому. Попросту взять вашего скакуна, взять этого элитного противника, ну и потянуть его за собой. Потому что, может быть, если локация прямая, вы его притянете к дополнительной толпе противников. Но вот уже на этой толпе противников вы его обязательно добьете. А самое главное, будете добивать быстрее. Потому что чем больше противников находится возле нас, чем больше щит рикошетит от противника к противнику, тем, естественно, ваш урон становится тоже больше. В общем, так мы действуем на протяжении портала. Но на боссе нас ждет монотонная работа. Если босс попадается в одиночку, то просто стоим к нему вплотную и долбим его этим нашим щитом. В то же время смотрите аккуратно, чтобы вас этот босс попросту не уничтожил. То есть смотрите, как он атакует, если что, будете уклоняться. Если босс попадается с миньонами, то для нас это просто подарок. Потому что, как я уже говорил, щит рикошетит, ваш урон поднимается, и все у нас будет ништяк. Так что тут наш идеальный босс — это те, которые с миньонами. Как, допустим, Гамельн, Сактрис, Король Скелет, Повелитель Крестоносцев, Перенди, ну и другие. Ну и те из вас, кто решатся поиграть в 17 сезоне, я однозначно советую попробовать этого персонажа. Что вы о нем думаете, пишите в комментариях под роликом. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, и желаю удачи, сезона походим!
Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!